Друзья, приветствую всех на канале Атмон Офлайф. Сегодня снимаю свое очередное видео и хочу вам дать следующую информацию. Вам всем известно, те, кто проживает в городе Апольда, что последние 2 месяца у нас проходил сбор для воинской части А4534, которая располагается в Украине. Мы активно собирали для них деньги, и сегодня я хочу по истечении 2 месяцев официально объявить закрытие этого сбора и хочу довести информацию, сколько за 2 месяца удалось нам собрать средств на поддержку армии Украины, а точнее этой воинской части. Буду немножечко подглядывать, потому что цифры есть разные. Есть у нас цифра в евро, сколько мы здесь с вами собрали совместно общими усилиями, и есть цифра, которую собрали в Украине. И именно те люди, которые собирали в Украине, им отдельное-отдельное спасибо, большое спасибо, потому что несмотря на то, что идет война в Украине, несмотря на то, что есть каждый день какие-то трудности, с которыми они сталкиваются, они собрали довольно большую сумму. И эта сумма составляет 37 976 гривен. Было собрано только в Украине. Как я сказал, сбор денег в Украине — это совсем другое от того, что мы собирали здесь, так как там идет война, и несмотря на войну было собрано столько тысяч, десятков тысяч гривен. Мы здесь с вами в евро собрали 2780 евро 3 цента. Это было собрано разными способами, то есть кто-то делал пожертвования. Какая-то часть денег была собрана, когда мы были в Ваймаре, находились и собирали среди местного населения с Анастасией деньги, с Борисовой. То есть еще какие-то были переводы с других стран. То есть это все вместе здесь в евро. И, как я сказал, сегодня официально мы закрываем сбор. Но это не означает, что мы больше не будем помогать этой воинской части. Мы будем продолжать им помогать. И те люди, которые хотят в дальнейшем жертвовать деньги, вы можете это делать. Мы будем покупать не какие-то большие глобальные там вещи, да, но если мы соберем много пожертвований, то будем покупать что-то большое и глобальное. А мы будем в основном покупать такое, что необходимо для солдат в данный момент. Это какая-то гигиена. Это те же самые зубные пасты, зубные щетки, порошки и тому подобное. Это будет все закупаться, и это все будет отправляться туда, именно для этой воинской части. Всем хочу выразить огромнейшее, просто огромнейшее спасибо за то, что вы поддерживаете армию и солдат Украины, которые сейчас воюют и находятся в намного худших условиях, чем мы с вами. И огромное-огромное спасибо всем тем, которые люди сделали свои пожертвования. На этом буду свое видео заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем бисбаль, чус, до побачення.